Добрый день, читатели советского спорта. Мы находимся в Краснодаре, в гостях у команды «Беркут» и «Кубани». Давайте познакомимся с ребятами, прежде чем я объясню, зачем мы здесь. Константин Толканов, нападающий. Здравствуйте. Родом из Сургута. Станислав Жучин, вратарь, родом из Москвы. Владимир Кочемайкин, защитник, родом из Омска. И Кирилл Белоусов, защитник, родом из Челябинска. Так вот, для чего я назвал города, откуда ребята? Сегодня мы будем посвящаться в казаки, потому что ребята играют за команду из Краснодарского края, а как за нее играть, если не прочувствовать так основы, да, всего, чем живет край, а казачество, это кубанское казачество, это самое такое историческое, что есть на Кубани. Но первый вопрос у меня вот к вам, ребят, есть вообще, что о казаках-то знаете, прежде чем мы к ним в гости поедем? Кто что скажет? Западной Украине же один из основ, на Дону, на реке, донские казаки. Это донские, а кубанские? Донские, а кубанские. Оттуда, наверное, и пошли, донские. То есть, думаешь, что оттуда, да? Ну да. Понятно. Хорошо, кто знает, в чем они ходят и какого цвета это у них? Кто видел вживую вообще казаков, кто-нибудь скажет? В красных папахах, более. Папахи? Ну, в основном, там разноцветные, белые, красные. Папахи есть, да. Но, правда, не уверен, что они называются папахами. Сейчас вот будем узнавать. Папахи все-таки, да? Вот. А вот эти вот красные, не знаю, камзолы или как вот эти, одежда. Ну, ладно. Сейчас мы все это будем узнавать, а ради интереса вопрос вам на засыпку. Вот по всему Краснодару вот такая вот буковка везде есть. Кто мне скажет, что она означает? Вы, верно, Екатеринодар, то есть уже живете, что-то там знаете про Краснодар, да? Так, ну, первая наша остановка, мы решили остановиться у знаменитого памятника краснодарского. Памятник на мотив картины «Казаки пишут письмо турецкому султану». Ребят, знаете эту картину? Да, знаю. По Тарасу Бульбе. По Тарасу Бульбе? А, то есть... Да, все понятно. То есть только поэтому, а сама картина? Кому пишут-то? Турецкому, да? Ну да. Ну что ж, давайте присаживайтесь, поизучаем, что тут у нас есть. Посмотрим. И отправимся уже туда.